сегодня с самого утра занимает одна легенда. Не помню, вычитал ли я ее откуда или слышал. Но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии. За несколько миль от того места, где он шел, другой черный монах двигался медленно по поверхности озера. Его видели рыбаки. Из этого этот второй монах был мираж. Из миража получился другой мираж. Потом из другого третий. Так что образ черного монаха передавался из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Индии, то в Испании, то на Дальнем Севере. Наконец он вышел из слоев земной атмосферы и теперь блуждает где-то по всей Вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Может быть, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в пределы земной атмосферы и покажется людям. Тысячи лет уже на исходе. По смыслу легенды, черного монаха не должны ждать ни сегодня, ни завтра. Какой странный мираж. Но удивительнее всего, что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где, слышал. Или, быть может, черный монах снился мне? Оксюморон – вечность выснеть, уйти монахом в облака. Веселой шуткой вечность выстроить и вихрем замесить века. И строки по странице странницы внесутся искрами морозными, и чайкой белое время мается. Неделя кружится с прикозами. Хорошо было прежде, Костя. Помните, какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь. Какие чувства, чувства, похожие на нежные, изящные цветы. Помните, львы, орлы, люди, львы, орлы и куропатки. Рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, живущие в воде, морские звезды и те, которых нельзя увидеть глазом. Словом, все жизни. Все жизни. Все жизни. Свершился печальный круг, угасли. Уже тысячи веков Земля не носит на себе ни одного живого существа. И эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли. И морских жуков уже более не слышно в липовых рощах. Неделя кружится стрекозами, а годы мечутся мгновениями. И оседают хрупкой прописью следы ночного откровения. Парят раздумья вихри фразами вдоль неба ветрено-ванильного. И в этом облаке фантазии часы куражатся будильник. Чудная жизнь! Если бы вы знали, как я вам завидую! Жребий людей различен. Дни едва влачат свое неприметное существование. Все похожи друг на друга. Все несчастны. А другим
как, например, вам. Вы один на миллион. Вам выпала на долю жизнь интересная, светлая, полное значение. Вы счастливы. Я? Вы вот говорите об известности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни. А мне все эти хорошие слова, простите, все равно, что мармелад, которого я никогда не ел. Вы очень молоды и очень добры. Но ваша жизнь прекрасна. Что же в ней особенно хорошего? Я должен сейчас идти и писать. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Часы куражатся будильником. Секунды протекают проливня и лужи. Фиолето-синие, прошитые зеркало паролями. И эти годы придорожные, как гром, накрывают грозами. И рвутся в дуло, сколько слов крылатой прозою меняет текста жуть и суть. Воздушный шар не знает тормоза, и слабо представляет путь. Он вдаль несет любви послание, породы морок метко высмеет, и в тени тем на расстоянии прочтение будущего выстроит. Заперто уехали, про меня забыли. Ничего, я тут посижу. А Николай, а новая жизнь! Прощай! Прощай, старая жизнь! Прощай! Моя молодость! Прощай, моя молодость! Пальто! Здравствуй, новая жизнь! Пальто! Прощай, лишневый сад! Прочтение будущее выстрелит прозрачных строчек отражение. Предлог предложит точку выставить, чтоб сделать паузу сомнения и думы. В кружеве раскосом, в глубокой тишине зависли, чтоб озадачиться вопросом, а если переставить смысл? А, если переставить смысл, на обложке, на поле, на уровне, травой и тропом, где ты выстрелишь, окусу морозом, сущим, неделя кружит с трикозами, часы куражатся будильником, я была на мечте моей образы, хаоса на время выстрелишь, о, сколько слов кроватой прозой, прочтение будущей выстрелишь. Кто? Если переставить смысл. А, если переставить смысл. Антон Чехов.